Марии Николаевне. У нее, кстати, в этом году тоже большой юбилей. Ну и сейчас на льду ученики Тамары Москвиной. Вместе с Артуром Минчуком уже почти год она работает с Анастасией Мишиной и Александром Галямовым. Они чемпионы мира среди юниоров, бронзовые призеры финала Гран-при. Классическая пара петербургской школы фигурного катания. Это очень высоко, без вопросов. Анастасия Мишина и Александр Галямов. Кстати, еще одна спортивная пара Тамары Николаевны Москвиной. Действующие чемпионы Европы Александра Байкова, Дмитрий Козловский очень хотели выступить здесь на торжественном вечере в честь Алексея Николаевича Мишина. Но есть проблема. Саша восстанавливается после ангины, довольно неприятной. Все